Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на устройстве Asus Zenfone 8 включить в камере искусственный интеллект. Итак, открываем приложение «Камера», в левом верхнем углу нажимаем на шестеренку, спускаемся ниже и выбираем функцию Smart обнаружение сцен. Вот и все. Искусственный интеллект в камере Asus Zenfone 8 было включено. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. До свидания.